Несмотря на холодную весну и начало лета, страхи про неурожайный год, похоже, не оправдались. Например, картофель посадили позже, но он успел, говорят аграрии, набрать сил теплыми днями. Урожайным выдался год для моркови, лука и свеклы, а вот огурцов собрали в области меньше. Эта овощная культура любит теплые ночи, которых в июле просто не было. Но в Шклове, самом огуречном городе области, не унывали и провели традиционный праздник огурца с особенным размахом. Ну вы сами любите огурцы? Ну да, без огурцов у нас никак не обходится. Замечательный, оригинальный и самый зеленый праздник огурца собирает в Шклове почитателей любимого овоща уже 11-й год. В этот день можно попробовать огурцы на любой вкус. Свежие, соленые, малосольные, запеченные в пирогах, сваренные в супе, экзотическое огурцовое варенье и даже золотые огурцы. Слава огурцу! Слава, слава Шкловскому! Парничок для себя. Сутки полторы, ну больше, наверное, раньше было больше, по три, по четыре, по пять. Ну, сейчас уже как бы, наверное, в силу своего возраста. Местные огуречники и их продукция славятся не только в Могилевской области. На рынке то и дело слышно – огурчики шкловские. Для многих жителей района огурец стал кормильцем. Они утверждают, что климат и почвы у них подходящие. И вообще шкловчане считают, что именно здесь зарыт огуречный пуп. Угощайтесь. Сыр, тертый, чеснок и огурец. Ну, почти как суши, только вкуснее. Сейчас как раз сезон закаток и заготовок на зиму. У каждой хозяйки свои рецепты и секреты. Одни солят с красной смородиной, другие добавляют листья хрена, которые придают хрусткость. Те, кто не владеет искусством домашнего консервирования, могут не волноваться. За них эту работу сделают заготовители. Только шкловская райпо намариновала, засолила, заквасила и подготовила к продаже 70 тонн огурцов. А дома вы какие выращиваете? А дома в основном родничок. Это как бы такой сорт, который излюбленный всеми. Он идет и на закатку, и на салаты. Но эксперименты никогда не мешают, поэтому по одному и по два растения надо садить других огурцов, чтобы выросла вот такая красота. Огурцы связанные, вышитые, всевозможные ручные поделки, посвященные огурцу викторины, конкурсы, песни и пляски. Этот праздник в Шклове отмечается в народных традициях. Из года в год он поражает выдумкой и изобретательностью. Огурцы с клубникой. Солеными с медом посетителей уже не удивишь. Мы любим огурцы, мы любим их растить. Они у нас самые большие. Наш огурец занял первое место в районе. Вот такой наш огурец, 67 сантиметров. Такой гостеприимный народ тут. А столько всего вкусного. Так все оригинально и красиво сделано. Попробовала вот безе. Огуречная, попробовала тарталетку, малосольные огурцы и яблочно-огуречный пирог. Очень удачный. В Шклов на праздник огурца всегда съезжаются гости из соседних районов и даже областей. В каждом районе Могилевщины есть свой бренд и праздник. В Дрибине – торжки, в Мстиславле – рыцари, в Славгороде – сыр. А вот в Шклове восхваляют огурец. Такие события придают райцентрам свою особенность, что очень важно и для развития туризма, и для поддержки местных традиций.